Мэм, вы в надежных руках. Готовы увидеть своего малыша? Мы начинаем. А вот и ребенок. И он здесь не один. И еще. И еще. Неожиданно. Мамочка, поздравляю, у вас пятерняшки. О нет, их слишком много. О, извините. Мэм, вы привыкнете. Очнитесь. Ну уж нет, прощайте. Мэм, стойте. Вернитесь. Что же нам теперь делать? Ребенок, это жутко весело. Вы не пожалеете, мисс Уэнсдей. Малышка, я твоя мама. Хочешь быть моим сыном? Леди Баг, он мечтает об этом. Привет, малыш. О, эти дети совсем одни. И вы можете помочь хотя бы одному. Я это сделаю. Кому здесь нужна богатая мама? Этому чудесному малышу. Поздравляю, ты станешь миллионером. Какая прелесть! Малышка, ты идешь со мной. Hello. У нас гости, мисс Уэнсдей. Познакомься, это моя дочка. Я подарю ей кошмарное детство. Чувствуй себя как дома, малышка. Хочешь перекусить? Тебе это понравится. А еще у меня есть это. Лягушачья икра. Настоящий деликатес. Быть мамой совсем не сложно. Малышка, это твой новый дом. Тут мягко и пушисто. Надеюсь, ты любишь розовый цвет. Дорогой, у меня сюрприз. Кто это? Наш ребенок, конечно. Так значит, мы теперь родители? Мы справимся, мы же супергерои. Томас, я не одна. Только посмотри на этого малыша. В нашем доме так не хватало ребенка. Малыш, мы тебя любим. Тайлер, наша семья стала чуть больше. Отличные новости. Малыш, ты чудо. Мама с папой всегда рядом. А это твой лучший друг. Вместе вам будет веселее. Мама, мне скучно. Помни, мне некогда. Но я хочу играть. Ха, посмотри, что у меня есть. Слишком страшно. Ах так, тогда держи это. Слишком ужасно. Это тебе точно понравится. Слишком кошмарно. И пауки мне тоже надоели. Адамсы никогда не плачут. Стой, стой. От меня не улетишь. Меня зовут Помни, а тебя? Все равно поймаю. Молоко. Лучшее начало дня. Что за шум? Рогата, что случилось? Мне скучно. Это невыносимо. Мама, сделай что-нибудь. Дорогая, может, ты хочешь молочный коктейль? Невкусно. Есть одна танцевальная идея. Мама, я с тобой. Попробуй меня перетанцевать. Мы лучшая команда. Мамочка, а что сегодня на завтрак? Молочный коктейль и твое любимое печенье. О, Джекс скоро проснется. И завтрак почти готов. Рыба – это вкусно и полезно. Мама, папа, я хочу есть. Одну минуту, малыш. Бобо, хочешь играть? У нас самый милый малыш на свете. Семья, завтрак готов. Приятного аппетита. Дорогая, ты волшебница. Мамочка, это очень вкусно. А теперь за уборку. Идеально. А когда мы будем играть? Малыш, может, устроим лесную экскурсию? Доброе утро, Зубл. Папа, покажи фокус. Проще простого.
Нравится? Вау, я тоже так могу. Ой, ой! О, нет! Малыш, ты ушибся? Мне больно. Суперкот, как ты мог? Малыш, у меня есть идея. Это твой супергеройский костюм. Юху! Теперь я могу все! Только осторожно, договорились? Мама, мама! Дорогой, мне некогда. Я считаю деньги. Мама, ну, я хочу играть. Кингер, не сейчас. Тебя никогда нет рядом. Малыш, может, приготовим вкусный обед? Это очень просто, смотри сам. Запекаем мясо и делаем лимонад. Хочешь попробовать? Вкуснее не бывает. А еще в меню будет рыба. Произведение кулинарного искусства. Я должен это попробовать. Идеально. Объеденье. Кингер, ты мой самый главный помощник. Настал самый кошмарный день в твоей жизни. Школа? Не хочу. Но завтрак украсит это утро. Плохого дня, дорогая. Им не сдобровать. Увидимся вечером, мама. Джекс, пора в школу. Даже не уговаривай, это слишком скучно. Отличная шутка, дорогой. Никаких шуток, не люблю школу. Получай только пятерки, Джекс. И не забудь, Бобо. Повеселимся, Бобо. Зубл, школьный автобус совсем близко. Школа, я так долго этого ждал. Дорогой, ты забыл свою любимую книгу. Мы будем скучать. Кингер, доброе утро. Еще слишком рано. Таковы школьные правила. Покажи им, кто самый богатый в городе. Хе, так-то лучше. Тебя ждет личный водитель. Рогата, ты не забыла про школу? Это будет так захватывающе. У тебя появится столько друзей. Дочка, ты лучшая. Дети, кто решит этот пример? А кто хочет познакомиться с моим другом? Кстати, он кусается. Милашка, правда? Держись от нас подальше. Школа не для развлечений. Спасибо, Зубл. О, какой здесь порядок. Сейчас я это исправлю. Ребята, кто со мной? Золото вышло из моды, приятель. Эй, ты знаешь, кто мои родители? Джекс, тут я, главная. Какие же вы скучные. Извините, важный звонок. Это возмутительно. Выйди из класса, Кингер. Мистер Джон, не сердитесь. Ребята, будем дружить. Это будет так интересно. Доброе утро, мир. Ребята, вы со мной? Опять ты за свое помни. Мне это надоело. Я ухожу. Подруга, вернись. Извини, но нам не по пути. Надеюсь, больше не увидимся. Но мы же были друзьями. Теперь я совсем одна. Это уже слишком. Вы уволены. Может, здесь для меня найдется работа? Вы наш новый пианист. Покажите, на что способны. Ага. О, это замечательно. Поздравляю, вы приняты. Ей. Вы спите? Тогда за что я вам плачу? Вы уволены. И где мне найти новую домработницу? А мне здесь нравится. Что за шум? Добрый день, мэм. Не найдется работы для меня? Какая удача. Мне как раз нужна домработница. Приступай. Можете на меня положиться. Где мне раздобыть еду?
Рыбалка – отличная идея. Проще простого. О, ничего не вышло. А что, если устроить представление? Лишнего цента не найдется. Деточка, у тебя талант. Это восхитительно. Ю-ху! Сегодня устроим королевский обед. Как клоун на шопинге. Какая же я голодная. Эй, тебя не учили делиться. Готово. Я это покупаю. С вас $5, мисс. Стоп, а где мои деньги? Нет денег, нет покупок. Мисс, немедленно покиньте магазин. Мне так не везет. На сегодня мы закончили. Ага. Увидимся завтра, Джекс. Обожаю свою работу. Мне самый вкусный ужин и поскорее. То, что нужно. Объедение. Пиццы много не бывает. А сейчас спать. Звезде нужен отдых. Не верю своим глазам. Упс, случайно вышло. Прощай, Джекс. Эти двери для тебя закрыты. У меня лучшая работа в мире. А здесь что? Какой аромат. Кто здесь красотка? Вау, идеально. Срочно на примерку. Как я выгляжу? О, я как с обложки журнала. Ты что здесь устроила? Это мои вещи. Уволена. И больше здесь не появляйся. Ага. Смотрите, как я умею. Кто поможет бедному артисту? Вау, как талантливо. Дорогая, ты должна выступать на большой сцене. Я согласна. Тогда за мной. Вперед на сцену. Помни, ты лучшая! Я слышу знакомое имя. Подруга, это ты! Браво! Ребята, я вижу в вас талант. На сцену немедленно. Мы начинаем концерт. Это успех. Поздравляю. Теперь мы звезды. Если рядом друзья, все получится. Такого вы еще не видели. Смотрите и восхищайтесь. Тока-бока-бум! Проще простого. Браво! Ты лучшая! Помни, ты была великолепна. Я скучал. О, у меня самая скучная работа в мире. И я навсегда останусь одна. Повезло же им. Вот бы и мне стать счастливой. Любимый, у меня есть идея. Нам не помешает отдых. Так утомляют. Кто первый в бассейн? Догоняй.
Я люблю тебя. Вместе навсегда. Дом, милый дом. А что сегодня на ужин? Кажется, ничего. Что? Сколько? Я же опаздываю. И опять любимая работа. Ей! Рогата, это возмутительно. Ты уволена. Но что же мне теперь делать? О, опять мусор. Ты-то мне и нужна, дорогуша. За работу. Всегда рада помочь, мэм. Доверьтесь мне. Идеально. Это настоящая магия. Тока-бока-бам-барабам. Аплодисменты нашим волшебникам. Это магия. Это магия. У меня деловое предложение, господа. Рекламный контракт. Всего одна подпись, и вы миллионеры. Сегодня удачный день. Но впереди важные съемки. А вот и наши места. Пристегнуть ремни. Какая игра, какая грация. С вами приятно работать, господа. Джекс, мы богаты. Хэ, и знамениты. Помни, Джекс, всего один автограф. Помни, Джекс, всего один автограф. С удовольствием. Я ненадолго, дорогая. Сколько здесь еще работы? Эти звезды такие грязнули. Я ничего не трогала, вам показалось. Я Джекс, приятно познакомиться. А что здесь делает такая красотка? Прекрасный вечер для романтики. Еще увидимся, красотка. Джекс, я люблю тебя. А вот и я, дорогая. Доброе утро, любимая. Нам пора возвращаться. Это было интересное путешествие. Здравствуй, милый дом. Есть кто-нибудь? Джекс, у нас будет ребенок. Ты уверена? Дорогой, кто это? Он говорил, что любит меня. Как ты мог? Между нами все кончено, Джекс. И не вздумай возвращаться. Помни, это жестоко. Ты живешь здесь. Ужасное место. О, мне нехорошо. Началось. Любимый, мы теперь родители. Ха, всегда мечтал стать папой. Малыш, ты проголодался? Воспитание – это просто. Зачем мне деньги, если нет любви? Джекс, ты еще пожалеешь. Смотри, как я умею. Сможешь повторить? Джекс, опять ты за свое. О, ты это слышал? Джекс, мы должны помочь этой малышке. Она такая милая. Хе-хе, теперь мы родители. Всегда мечтал стать папой. Кажется, малышка Пойми хочет есть. Хм, и что же едят дети? Пора устроить бэби-шоппинг. Мне нужна еда для ребенка. Вы пришли по адресу? Малыши едят кашу. А вот и я. Приятного аппетита, Поми.
Кажется, ей понравилось. Сегодня был тяжелый день. Помми, добро пожаловать в семью. Малышка, веди себя хорошо. Джекс, мы тебя ждали. Начинаем. Выше, еще выше. Джекс, у нас проблемы. А, кажется, это малышка Помми. О, она прелесть. Что делать, если ребенок плачет? Беру это на себя. Она такая хорошенькая. Дорогая, хочешь на прогулку? А маме нужно работать. Блестящий результат. О, детка, только не так громко. Что происходит? Мисс Рогата, вы не одни? Это мой ребенок. Малышка проголодалась. Это просто. Идеально. Надеюсь, тебе понравится. Она само очарование. Хе, в танцевальной школе отлично платят. Устроим набег на супермаркет. У нашей малышки будет все самое лучшее. Обожаю шопинг. Дорогая, мы забыли про одежду. Мы покупаем все. Помми это понравится. Упс, что это? Джекс, ты неисправим. А еще нам нужны игрушки. И бутылочки. Мы это покупаем. Приходите к нам еще. Быть родителями совсем не сложно. Мы справились. Помми, тебе нравится? Что? А, где? Помми! Малышка, вот ты где. Брось это. Мама все уберет. О, хуже не бывает. Помни, ты так выросла. Доброе утро, семья. Малышка, пришло время идти в детский сад. Здравствуйте, это наша Помми. Милая, увидимся вечером. Помми, готова веселиться? Хочешь построить замок? Не скучай. Детка, ты в порядке? Смотри, что у меня есть. Это очень весело. Я знала, что тебе понравится. А теперь пора спать. Ты любишь сказки? В одном чудесном цирке жила кукла. Малышка, мы здесь. Как прошел день? Помми была умницей. Увидимся завтра. О, вы кое-что забыли. Стойте. Доброе утро, мир. Камера, мотор. Подписывайтесь на мой блог. И не забудьте поставить лайк. Дорогая, опять твои мячики. Это несерьезно. Помми, ты должна петь. О, как талантливо. Малышка, ты станешь звездой. Но я люблю жонглировать. Помми, мы начинаем. Покажи класс. Привет, я Томми. А я Помми. Эй, приятель, держись от нее подальше. Томми, вернись на место. Наконец-то урок закончился. Ненавижу петь. Малышка, у меня очень много дел.
чистота – это главное. О нет, на первом месте музыка. Вы такая милая семья. Мисс Рогата, это ваш гонорар. Семья, мы сегодня отлично поработали. Удачный день. Наконец-то можно начать тренировку. И почему родители не любят мои мячики? Дорогая, только тш. Мы должны избавиться от этого. Ты прав. Быть клоуном просто неприлично. Хе, мы лучшие родители на свете. Не терпится записать новое видео. Стоп, а где мои мячики? О нет, это все родители. С меня хватит. Решено, я ухожу. Я сюда больше не вернусь. Прощай, милый дом. У меня начинается новая жизнь. Один билет, пожалуйста. А здесь что? Вау, это потрясающе! Спасибо, юная леди. Куда же мне идти дальше? Привет, дорогуша. Покажи, на что ты способна. Я постараюсь. О, у тебя настоящий талант. Хм, а мне уже пора. Не скучай. Мой чемодан, все пропало. А что если заработать на новый билет проще простого? Как это весело. Необычно, необычно. Невероятно. Юху, я богата. Дорогая, мы тебя искали. Где ты была? Мама, папа, я не хочу петь. Я хочу выступать в цирке. Смотрите сами, это так интересно. Малышка, прости нас. Ты самая лучшая. Как насчет семейного концерта? Поми, твой выход. Никогда такого не видел. Гениально! У нас получилось! Малыш, тебе понравилось? Но нам уже пора. О, мне нехорошо. Кажется, началось. Привет, девочки. Я ваша мама. Но я к этому совсем не готова. Вы здесь совсем одни? Я помогу тебе, малышка. Дети? Всегда мечтала о дочке. Ты похожа на героя. Вы что здесь делаете? А мне как раз нужна прислуга. Только веди себя тихо. Дорогой, у меня сюрприз. Ребенок? Это наша дочка Барби. О, какая она милая. И очень красивая. У нас гости. Дорогой, поздравляю. У нас дочка. Отличные новости. Назовем ее Маринет. Сколько можно плакать? Мисс Кристи, что случилось? Забери ее. Это твоя новая помощница. Тише, тише, дорогая. Мы обязательно подружимся, Китти. Милая, что-то случилось? Почему ты плачешь? Дорогой, нужна помощь. Упс. Это очень подозрительно. Посмотрим, что пишут ученые. Тайна раскрыта. Малышка просто проголодалась.
кто-нибудь, помогите. Нашей Барби нужна еда. О, это все, что у меня есть. Супер, у Барби будет обед. А теперь шопинг. С чего бы начать? Каша, бутылочки. Готово. Я это покупаю. Ох, чуть не забыл. Ребенку нужна кукла. Отличный выбор, сэр. Приходите к нам еще. Малышка, папа скоро придет. А вот и я. Каша почти готова. Приятного аппетита. Тебе нравится? Дорогой, ты все напутал. Барби предпочитает розовый. Только посмотри на свою новую куклу. Дети – это счастье. Маринет, с тобой все в порядке? Мама рядом. Ты проголодалась? Нет, тогда чего же ты хочешь? Есть идея. Может, поиграем? Я знала, что тебе понравится. Вечеринка? Yay. Конечно, я буду. Надену свое лучшее платье. Ты мне мешаешь, Китти. Погуляй пока. Ха, увидимся вечером, подруга. Жизнь прекрасна. Мисс Кристи, я вернулся. Что здесь происходит? Где Китти? Малышка, я нашел тебя. Тише, тише. Пора обедать. Для тебя самая лучшая каша. Так-то лучше. Ты самая милая девочка на свете. Сегодня особенный день. Подруга, чем займемся? Есть одно важное дело. Готово. Красота на первом месте. Выполнено. А где мама с папой? Малышка, с днем рождения! Повеселимся! Ю-ху! Барби-вечеринка! Вау! Сколько вкусняшек! Милая, сегодня твой день! Мама, папа, вы лучшие! Семья, все за стол! Выглядит аппетитно! Барби, а теперь самое интересное! Твой подарок! Выбери свое Барби-платье! Как насчет этого? На примерку. Как я выгляжу? О, очаровательно. Это лучший день рождения. О, нет, кто-то в опасности. Леди Баг спешит на помощь. Но без супероружия не обойтись. Злодеи, вам не убежать. Семья, доброе утро. Маринет, завтрак уже готов. Мамочка, не сегодня. Пора спасать мир. Отдавай карманные деньги, неудачница. Пора с этим разобраться. Не с места. А ты еще кто такая? Я Леди Баг, а вы плохо себя ведете. Мы больше так не будем. Леди Баг, спасибо. Ха, это моя работа. Ой-ой, я не проспала. Привет, пушистик, отлично выглядишь. Извини, я тороплюсь. Белоснежная улыбка, прическа. Идеально. Чтобы сегодня надеть. Китти стиль лучше не бывает. Мне уже пора. Мама, доброе утро. Ты опоздала. Почему бассейн еще не готов? Мама, я сейчас все исправлю. И не забудь про коктейль. Одну секунду.
Это тебе. Эвельд, доброе утро. Кити, я тебя ждал. Что случилось? У мамы опять плохое настроение. Сладкий завтрак поднимет тебе настроение. Ты был прав. А сейчас мне пора в школу. Дети, записываем новую тему. Упс, кажется, это срочно. Кити, немедленно покинь урок. Что на этот раз, мама? Срочно? Уже бегу. Мамочка, ты в порядке? Не могу найти свой планшет. Не поможешь? Что? Вот же он! О, какая я невнимательная. Знаешь, я подумала, что тебе не нужна школа. Но я люблю учиться. Займись делом и кофе не забудь. Это нечестно. Мама, твой кофе. Хуже не бывает. И не забудь сходить в магазин. Почему она меня не любит? О, как же я хочу есть. Но маму лучше не злить. О, мне плохо. Кто-нибудь, на помощь. Ей нужно срочно в больницу. Беру это на себя. С вашей подругой все в порядке. Это стресс. Девочки, вы меня спасли. Дорогая, не забудь поесть. Это придаст тебе сил. Я Леди Баг, а я Барби. Будем дружить. Девочки, увидимся позже. Обожаю свою работу.